Такие весенние грибочки у нас. Это сморчки называются. Вот. Их сначала отваривают. Это самые первые грибы весенние. А потом с картошечкой можно. Вот у них шляпочка такая вот интересная, сморщенная. Вот, видите? Интересные грибочки, свеженькие, только из леса. Они чистенькие довольно-таки. Вот. Потом ставим на огонь. Вот они вариться будут сейчас. Грибочки, а запах уже пошел, грибной такой аромат. Вообще вкусный.